По информации Мозырского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по состоянию на 30 марта уровень воды в Припяти на гидрологическом посту Мозырь, что в районе площади Примостовой, составил 490 сантиметров. Вода постепенно стала уходить. За последние двое суток ее уровень стал ниже на 8 сантиметров. Напомним, опасным считается подъем воды до 500 сантиметров. Похоже, что в этом году критических цифр Припять не достигнет. По наблюдениям синоптиков, в бассейне Припяти снежный покров уже практически отсутствует. Состояние реки пока стабилизировалось. В ближайшие дни ожидаются дожди. Соответственно, прогнозируются колебания уровня воды.